«Бизнес-афиша» – это программа для деловых людей, ценящих каждую минуту своего времени. Мы расскажем вам о предстоящих событиях, чтобы вы могли планировать важные дела. Девятого марта в Таллине пройдет первая крупная конференция для блокчейн-разработчиков и бизнесменов. В город съедутся представители ведущих IT-компаний разных стран, авторы стартапов, инвесторы и все, кто заинтересован в развитии блокчейн-технологий. Будут обсуждаться новые эффективные решения в госуправлении, а также разработки для различных сфер бизнеса, банковского дела, трейдинга, медицины, логистики и ритейла. Пятнадцатого марта в Алматы пройдет конференция «Облачные технологии в бизнесе». В мировом масштабе компании приходят к необходимости использования облачных технологий. Они позволят бизнесу сосредоточиться на развитии, не отвлекаясь на внедрение инфраструктурных решений. В рамках конференции у ее участников будет возможность пообщаться с представителями компаний-поставщиков облачных решений. С 15 по 17 марта в городе Кванджу состоится международная выставка, посвященная возобновляемым источникам энергии. Основные темы выставки – ветроэнергетика, геотермальная энергия, солнечная энергетика. Участники выставки также смогут обсудить вопросы внедрения умных технологий и энергоэффективности. Это был анонс событий, которые вы можете запланировать на март 2017 года. Телеканал «Хабар-24» желает вам удачи в делах.